Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Инестейшн, и прямо сейчас вы вместе со мной отправитесь в магазин Моди, чтобы посмотреть, что к 14 февраля там можно купить. Если вам понравится данный видос, не забывайте ставить свои пальчики вверх, подписываться на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети, а мы начинаем! Первое, что мне сразу попадается на глаза, это букет из 5 леденцов в виде сердечек за 299 рублей. Выше я вижу набор маршмеллоу 45 грамм за 129 рублей. Различные печенья и конфеты с атрибутикой 14 февраля. Очень классная идея, два леденца, соединенных вместе в виде сердца. Леденцы в виде сердца с сушеным декором за 99 рублей. Стаканы с двойным дном в виде сердечка за 499 рублей. Кружка, меняющая свой принт в зависимости от температуры воды, стоимостью 399 рублей. Мягкая игрушка «Заяц» за 699 рублей. Миски в виде сердечек за 249 рублей. Выше стильные стаканы за 299 рублей. И за 699 рублей мягкие игрушки в виде сердечка. Набор для фондю за 599 рублей. Выше заварочный чайник с сердцем за 799 рублей. Фоторамка 19 на 21,5 см за 299 рублей. И за 299 также рублей фоторамка в стиле мудборда 30 на 25 см. В Моди на любой праздник огромный выбор кружек, и 14 февраля это не исключение. Разные дизайны, разные цены и размеры. Есть даже набор за 699 рублей. И еще фоторамки по 199 рублей. Куча различной посуды с оригинальными принтами. Из креативного в Моди можно купить бутылку с предсказаниями за 249 рублей. Также такой подарок можно сделать самому. Модные LED-светильники за 399 рублей. Много посуды и вещей для хранения. Опять подушки и мудборды в виде сердец. Крутые большие свечи высотой 12 см по 499 рублей. Крайне интересная банка для хранения за 699 рублей на 700 мл. Есть даже подарочные статуэтки Оскара за 399 рублей. Кружки с крышкой и ложкой за 599 рублей. Некоторые игрушки в Моди сейчас по скидке. Например, стакан кофе за 499 рублей. Из интересного еще я нашла игру «Детектор лжи» за 1399 рублей. А также расческу для бороды за 99 рублей. Мне понравились кружки по 399 рублей. На обеих кружках принт единорога.
И к 14 февраля тут есть наклейки, светящиеся в темноте за 69 рублей по скидке. Забавная копилка с молоточком за 499 рублей. Популярные кружки с крышкой и ложкой за 599 рублей. И тарелочки для хранения по 299 рублей. Креативные стаканы с трубочкой. Много канцелярии, которая не может не привлечь внимания. Пеналы антистресс по 399 рублей. Различные ручки по 129 рублей. Стикеры для заметок. И еще различные цветные ручки. Много вариантов подарочных наборов с уходовой косметикой. По скидке блокнот в виде мягкого сердца с замком за 499 рублей. Наборы маршмеллоу, мармелада, печенья и других вкусняшек. И даже подарочные коробки. Ну что, ребят, вот такой вот ролик у меня получился. Я, если честно говоря, даже устала. А как вам? Все ли вам понравилось? Обязательно напишите в комментариях, какой товар вы бы купили. Или, может быть, пойдете реально покупать. Не забывайте оценить этот ролик пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте подписываться на все мои соцсети. А сегодня с вами была я, Anastation. И всем пока-пока.